Друзья мои, всем привет! Меня зовут Алена, вы на моем канале про моду, стиль, шопинг и красоту. У нас сегодня долгожданнейшая тема. Я обожаю снимать такие видео, фавориты наступающего сезона. Объясню, как это видео появляется. В канун наступления нового сезона я всегда вспоминаю своих стареньких любимчиков, что меня вдохновляло, что меня радовало, что мне нравилось в предыдущий аналогичный сезон, что позволяло мне настраиваться на нужный лад, что делало меня счастливой, что придавало мне ощущение гармонии. И всем этим я делюсь с вами. Плюс здесь будут какие-то продукты, которые я открыла совсем недавно и решила, что они войдут в мою зимнюю косметичку. Это видео очень интересное, оно, как правило, очень насыщенное, поэтому лучше заварить себе чай, сделать кофе или бокал глинтвейна. По-моему, под зимнее настроение просто идеально. И давайте скорее начнем. Я всегда считала, что начинать новый сезон нужно правильно. Нужно прям настраиваться по-настоящему, понимать, что новый сезон – это новый этап, это не просто очередные 3 месяца. Это все-таки время, которое может нам что-то дать, которое может нас вдохновить, которое может сделать нас необыкновенно счастливыми. И поэтому я выбираю соответствующие места, соответствующую музыку, стараюсь создавать атмосферу вокруг себя, тем более зима у нас… Такое время года, оно весьма неоднозначное. Первую половину этого времени года мы говорим про новогодние праздники, а потом мы просто его доживаем. И вот как раз-таки вот эта первая половина, самая-самая счастливая, я считаю, что должен быть абсолютный разгуляй в плане всего. Я выбираю самые уютные эстетичные места. Я постепенно становлюсь ближе к земле. Если осенью и летом меня бесконечно вдохновляли какие-то атмосферные видовые пространства в Петербурге, то зимой я не только спускаюсь поближе к земле, я стараюсь еще и как можно уютнее укутаться и закрыться и найти себя в тех местах, куда практически не попадает вот этот вот петербургский серый свет. Когда я выхожу на завтраки, когда я выхожу куда-то на ланчи с моими близкими подругами, это бывает не так часто, как мне хотелось бы, конечно, но тем не менее это случается, мы выбираем места, которые окутаны теплым обволакивающим светом, где есть много красивой эстетичной мебели, где подают пикантные пряные блюда и где есть хорошее, терпкое, насыщенное красное вино. Потому что зимой совершенно другой взгляд уже на напитки. Если летом нам всем хочется такого освежаясь, мы все любим белое, холодное, со льдом, то зимой мы переходим уже на позиции красного вина и рестораны, где подают пинотаж, мальбек, где подается что-то такое очень тягучее, обволакивающее. Как будто ты чувствуешь каждую насыщенную нотку. Вот такие места я выбираю. И я для вас сейчас пущу по экрану мои самые-самые любимые заведения для как раз-таки зимнего сезона. Если вы вдруг будете в Петербурге или живете здесь, я рекомендую вам эти места посещению однозначно. Меняются фильмы. Если осенью, я бесконечно смотрю старые американские комедии из 90-х и нулевых, то зимой я куда-то еще дальше ухожу. Во-первых, я очень люблю советские фильмы, и меня всегда настраивают они на новогодний лад. Я бесконечно могу пересматривать фильм «Москва слезам не верит». Я бесконечно могу пересматривать «Иронию судьбы», «Кавказскую пленницу» и так далее. Я обожаю эти фильмы. И еще я окунаюсь куда-то в старые-старые американские времена. Я недавно пересмотрела «Джентльмены предпочитают блондинок». Бесконечно потрясающий фильм, бесконечно потрясающая Мэрилин. И я думаю, что вы понимаете, в каком направлении я сейчас, скажем так, ухожу в вопросах кино. Правда, в последнее время я подсела на сериал «Плеваку», который идет на платформе «Премьер». Я жду теперь каждый четверг просто из-за этого сериала. Я в целом люблю сериалы про каких-то исторических значимых персонажей. И вот этот меня зацепил. Я знаю, что многие будут говорить, там снимается Безруков. Я обожаю Безрукова. Я ничего не могу с собой поделать. Поэтому плюсик к этому сериалу за то, что он там снимается. Что касается музыки, конечно, бесконечно прекрасные рождественские мелодии, мелодии, настраивающие на тот самый лад. У меня есть отдельный плейлист. Я включаю его каждую пятницу. И еще я очень люблю музыку из старых советских комедий. Мне кажется, она тоже у нас ассоциируется с этим теплым временем. И я всегда ловлю какую-то нотку теплой ностальгии.
когда я слышу эти мелодии, и они включены в мой предновогодний, новогодний плейлист. Обычно он у меня играет с конца ноября до конца января, и они в совокупности со старыми американскими рождественскими мелодиями и с чем-то современным, они образуют такое классное настроение. Вот прям в каждую ноту души попадает. Я очень люблю именно создавать такие разношерстные плейлисты. Они всегда попадают вот в ту самую точку, в то самое настроение. И я могу слушать их, вот что для меня показатель, не перематывая. Слушать плейлист, не перематывая, это значит, что он идеален. Вы заходили, наверное, в торговые центры в последнее время, видели, сколько там потрясающих новогодних коллекций у русских дизайнеров, бесконечно прекрасные новогодние коллекции. Я недавно заходила в 12 Stories, примеряла у них потрясающее платье и что-то выкладывала у себя в Telegram. Хочу сказать, что иногда такие походы по магазинам даже не с целью что-то купить, а с целью просто посмотреть, что сейчас существует в новых коллекциях, вдохновиться на новогоднее настроение, поймать вот ту самую атмосферу. Я советую заглядывать, я советую примерять даже те платья, которые ты понимаешь, что ты не купишь, просто примерить, просто посмотреть на себя в этом платье, просто порадоваться тому, что есть вот такие вот милые, потрясающие атрибуты, которые навеивают особенное настроение, праздничное настроение. В этом году очень много в новогодних коллекциях бантов, очень много бархата, очень много пайеток, очень много носибельных моделей, я бы вот так отметила, потому что несколько лет подряд Новый год, он был у нас чрезмерно ярким. После пандемии мы вышли, и он был прям too much. В этом году все какое-то более спокойное, более сдержанное, но при этом с сохранением новогоднего настроения. И очень у многих коллекций присутствует такое немножко детское настроение. Немножечко такой вайб, знаете, как будто бы дизайнеры этих коллекций чуть-чуть поностальгировали, создавая их. Но мне это нравится. Я сама, честно говоря, в полном восторге. Я когда примеряла некоторые платья, я чувствовала себя куклой, которую просто достали из коробки. Не хватает только бантика. Изумительное. Я всем советую просто пройтись по магазинам и вдохновиться. Возможно, найти что-то в подарок своим близким. И вообще, декабрь — это будет то самое время, когда лучше озадачиться вопросом подарков заранее. Это всегда приятно, по крайней мере, я очень люблю дарить подарки, и мне всегда хочется как можно быстрее об этом позаботиться. Вообще, перед Новым годом я становлюсь необыкновенным фанатом всего, что мерцает. Вспомните мои джинсы со стразами. Наверное, если бы сейчас на дворе был март или апрель, я бы не купила их. Но, коль уж мы близимся к зиме, и я понимаю, что света городских фонарей становится все больше, я купила себе эти джинсы, и они определенно входят в разряд моих, в список моих зимних, в список моих зимних фаворитов. Но я купила кое-что еще. Я не удержалась от покупки своей первой из актуальных новогодних коллекций. И это туфли, мимо которых я просто никак не могла пройти, потому что они восхитительно эстетичные и напоминают мне эстетику одного из моих любимых брендов. Это бренд Saint-Laurent. И у них невероятная колодка, невероятный оттенок. В общем, как можно было уйти без этой пары? Посмотрите, какие они восхитительные. Я никогда не покупаю туфли с идеей надеть их один раз. Когда я их покупала, я понимала, что я столько образов уже в своей голове имею, и я столько хочу с ними перепробовать, что они тут же были мною захвачены. На сайте, по-моему, они уже распроданы, поэтому поищите офлайн и ставьте обязательно всегда оповещение, потому что иногда можно поймать тот самый размер. Они на золотом каблуке, и если черные мои похожие от Иконика с матовым каблуком, и они такие, как более треугольный каблук, то у этих он такой более гладенький. Это просто какое-то безумие, какие же они красивые. Хорошо, что погода в Петербурге оттянула момент, когда уже пора начать готовиться к зимнему сезону.
Поэтому начинаем готовиться во время сверхскидок. На Озон до 3 декабря проходит Черная пятница. Магия скидок до 95% на множество товаров, а ассортимент нереально большой. На Озон представлены бренды массы middle сегмента. Можно подобрать себе на зимний сезон трендовую одежду, обувь, аксессуары. Также подготовиться к праздникам и подобрать наряд для особого случая и заранее позаботиться о подарках. Удобный интерфейс и фильтры позволят выбрать именно то, что тебе необходимо. Черная пятница на Озон – это магически привлекательная возможность совершить шопинг с завораживающими скидками. В инфобоксе я оставлю волшебную ссылку, перейдя по которой ты сможешь совершить шопинг по нереально выгодным ценам. Обязательно заглядывай в описании под видео. Вообще у меня уже включается режим «Все лучшее сразу». И я достаю свои прозрачные, невероятно эстетичные перчатки. У меня есть такие в горошек. У меня есть от All We Need черные, прозрачные, такие капроновые перчатки. И есть совершенно простые, которые я покупала на Озон в прошлом году. Такие вот белые. Я их люблю надевать к чему-то светлому. И эти перчатки идеально дополняют платье-комбинацию. И если вы, например, собираетесь куда-то в театр, и вам хочется надеть платье-комбинацию, и вы понимаете, что в целом вам тепло и комфортно, или на какое-то мероприятие, но вы хотите чуть призакрыться, иногда спасают закрытые руки. Они создают эффект, что вы чуть более одеты, чем есть на самом деле. Поэтому воспользуйтесь таким лайфхаком, тем более, что эти перчатки можно купить за совершенно небольшие деньги. Вот, например, как я заказала вот эти белые на Озон. Этой зимой у меня проснулась просто какая-то фантастическая любовь к жемчугу. И я заказала себе вот такое вот многоярусное ожерелье, которое я просто сейчас с себя не снимаю. Я обожаю его. Оно смотрится фантастически поверх черного подлона, черного джемпера, белого лонгслива, какого-нибудь цветного джемпера, кардигана, блузы. Я могу надеть их вообще с чем угодно, и они будут смотреться просто изумительно, хотя, опять же, это тоже очень бюджетная находка. Моя самая базовая, самая простая жемчужная нить, которую я вам показывала уже не раз, тоже является моим огромным фаворитом, и я заказала себе еще одну такую, потому что иногда я не хочу носить многоярусное колье, я хочу просто замиксовать между собой такие вот нити. Мое сумасшедшей красоты ожерелье от бренда Rococo. Черными вставками. Посмотрите, как оно красиво смотрится. Опять же, я с ума схожу, когда я надеваю это ожерелье поверх черного джемпера. Вообще, я полюбила сейчас украшать зону декольте, и вот такие вот колье мне помогают это делать. Мои любимые серьги, которые сейчас на мне, также от бренда Rococo. Они тоже фантастические. Это жемчуг с металлом в золотом цвете. И они совершенно необыкновенные. Это не какие-то классические жемчужные серьги. Они действительно очень красивые. И я просто без ума от них. Если вы обратите внимание на новогодние коллекции, хотя бы в лайм, вы увидите, сколько там бантиков. И я достала свой старенький, любименький бантик, который был когда-то куплен в Страдивариусе, наверное, лет 5 назад или 4 года назад. И я обычно свои локоны просто собираю сзади и закрепляю, соответственно, вот этим вот бантиком заколкой. Я решила не покупать, хотя я очень хотела, жакет из лайм с бантами. Я решила обойтись пока вот таким вот элементом, но, возможно, чуть ближе к декабрю меня все-таки что-то заставит приобрести себе именно тот жакет. Конечно, зимой огромное значение для нас имеет вопрос тепла. Мы все ищем способы утеплиться, покупаем теплые аксессуары, обувь, верхнюю одежду. Когда у меня есть выбор между теплой эко-шубой и между пуховиком, я, честно скажу, я никогда не выберу второе. Я слишком люблю современный эко-мех, я слишком люблю ту роскошь, которую добавляет это изделие образу.
и вы знаете, какой я преданный фанат бренда Only Me. Я просто обожаю их эко-шубы. И совсем недавно я заглядывала к ним в гости на шопинг, выбирала свой вариант и посмотрела даже их лимитированные коллекции. Например, шубу, которая напоминает такого роскошного, богатого, шикарного писца. У них есть варианты под норку. У них есть варианты более удлиненные, макси и укороченные. Там точно можно найти то самое, что вы искали для зимнего сезона. И в том числе, конечно, выбрать, например, подарок для своей любимой мамы или подруги. Я в этом году действительно поражена, насколько красивая коллекция. В основном сейчас делается ставка на те варианты меха, которые абсолютно имитируют натуральный мех, которые очень сильно похожи. И ты смотришь, даже, честно говоря, на ощупь не можешь отличить вообще, натуральный это мех или нет. При том, что износостойкость этих шуб меня просто поражает. Я даже стираю их в стиральной машине, и с ними ничего плохого не происходит. При этом смотрятся они восхитительно, стильно. И мне кажется, для любой девушки такая шуба станет, ну, просто самым шикарным подарком. И, конечно, себя тоже нужно радовать. И они очень теплые. Хватает до минус 30 градусов в Петербурге. А в Петербурге минус 30 – это как в любом другом городе. Минус 45, потому что у нас холод переносится совершенно по-другому. Обратите свое внимание на эко-шубы под рысь. Это сейчас огромный тренд, анималистичный принт, и там не так красиво выполнены, я просто в восторге. Есть более длинный вариант и более укороченные. Укороченные варианты, они, конечно, более практичные. Например, если у вас, ну, суперактивный образ жизни, конечно, вам больше подойдет укороченный вариант шубы. Или, например, есть цветные варианты, это тоже их лимитированные коллекции, и они бывают в разных цветовых сочетаниях. Мне очень нравится синий вариант, и вы знаете, что я в прошлом году вам показывала эту шубу, одна из моих любимых, и сейчас появились еще новинки с другими цветовыми акцентами. Я оставлю для вас, как обычно, свой личный промокод, чтобы вы могли сэкономить приятную сумму и потратить ее на что-нибудь еще, тем более, что в Only Me есть потрясающие аксессуары из эко-меха, поэтому пользуйтесь обязательно. От того, что вы используете этот промокод, я ничего не получаю, это просто такой маленький приятный бонус, который я могу вам подарить, исходя из того, что мы очень хорошо дружим с этим брендом. Вещь, которая просто необходима мне в зимний сезон, потому что мы все сейчас носим трикотаж, и я ношу и кашемир, и шерсть, и так далее. И тут напылила немножечко. И вот эта штука помогает мне, конечно, ухаживать за моими изделиями. Это бренд Philips. Когда-то я получила эту машинку в подарок, когда я покупала в Intimissimi белье. И мне вот так вот подарили эту вещь. Я надеюсь, что она сама по себе тоже продается. Хочу сказать, что именно вот такие с крупными насадками, ну и в частности Philips, они действительно очень классные. Они действительно очень быстро, хорошо срезают все ненужное, при этом не повреждает ткань. Любой трикотаж. Самый дорогой кашемир. Он все равно будет кататься. Самое главное, вовремя ухаживать за ним. Есть специальные щеточки для ухода, есть вот такие вот машинки. Самое главное, подберите то, что подходит именно для вас, потому что откровенно и с хорошей машинкой можно перемудрить и повредить изделие. А мы с вами переходим к волосам. Мой самый обожаемый стайлер сейчас — это стайлер от бренда Ravento в коллаборации с Лагерфельдом. Хотя, мне кажется, без Лагерфельда она была бы ничуть не хуже. Это та конусообразная плойка, которая помогает мне делать мои локоны. Я делаю их ежедневно. Я сейчас полюбила локоны. И я в целом люблю их и собрать, и просто носить вот так вот в распущенном варианте. Мои укладки сейчас, кстати, около... У нас сейчас на часах 11 вечера, я делаю ее в 7 утра. Вот и считайте, как долго она может у меня продержаться, при том, что обычно на моих волосах вообще ничего не держится. Стайлер, правда, волшебный, 3000 стоит такое удовольствие. Делюсь просто от всего сердца. Я думаю, что вы легко такой найдете. Я оставляла когда-то ссылку, его вообще все разобрали. Так что просто поищите, просто поищите такой. И даже можно не такой, если честно. Просто имейте в виду, что если у вас не длинные волосы, если у вас длина вот плюс-минус, как у меня, именно конусообразные плойки – это ваш вариант. Он самый комфортный, самый удобный. Сейчас у меня обновленное тонирование. Конечно, мои волосы с тем, что мы с Сашей натворили, выглядят, прядки выглядят еще светлее, но мы решили в этот раз не добавлять светлых прядей, как я планировала, поберечь все-таки мои волосы, а просто затонировать, немного похолоднее
сделать оттенок, но при этом у меня, по сути, мой натуральный цвет просто с более светлыми прядками, и тонировка дает как раз-таки тот самый необходимый блеск моим волосам. И для того, чтобы сохранять цвет, я сейчас использую линейку от TG Bad Head. Это именно линия для окрашенных волос, кондиционер и шампунь. У них такой потрясающий аромат какого-то карамельного печенья. Вообще TG, конечно, отличаются от других брендов именно своими ароматами. И я скажу, что не все любят их за это. Кому-то сложно такое переносить. Я просто в восторге. У меня потом волосы пахнут каким-то карамельным, вкусным печеньем, пряниками, ирисками. Это просто какая-то фантастика. Мне очень нравится. Даже когда моешь голову, просто ощущать этот аромат, это уже приятно. И действительно классно помогает продлевать цвет, при том, что еще и дает достаточно питания и увлажнения. Обычно шампуни, которые для защиты цвета, рассчитаны именно на это, они мало дают дополнительного ухода. То есть они просто защищают цвет и все. А эти как будто бы еще и так хорошо ухаживают и сохраняют блеск. Мое любимое средство, без которого бы не получилась моя укладка. Это термомоделирующий спрей, у которого нет вообще ни одного аналога. Это бренд L'Oréal Professionnel. Они немножечко обновили сейчас свою бутылочку, и когда они вообще закончились в золотом яблоке, я пыталась найти что-то похожее, но мне сказали, что аналогов, ну, правда, нет. Это спрей, который одновременно является подготовительным спреем перед тем, как ты делаешь укладку, то есть он отвечает за фиксацию, условно, как пенка, и плюс защищает от воздействия горячими инструментами. То есть это и защита, и продление стойкости укладки, что может быть лучше. Тем более, что все это в одном флаконе, и мне не нужно использовать слишком много банок для того, чтобы своять что-то на своих волосах. И мы переходим к самому любимому для тела. Вы знаете, что я фанат бренда Zielinski, а зимой для меня важна ароматерапия. Я и не усну, и не проснусь, если я не приму душ с чем-то очень-очень вкусненьким. Именно поэтому у меня здесь гель для душа, Pink Pepper, Elemi, корица и кожа. Такое необычное сочетание. Когда-то попробовала этот аромат у своей подруги, и мне захотелось что-то для тела приобрести, потому что сам парфюм, честно говоря, не готова. Пока выбираю, не могу выбрать для себя новый парфюм. Представляете, сколько времени уже мучаюсь. Хотя у меня в коллекции 10 ароматов. Но над каждым из них я очень долго думала. Я не покупаю аромат спонтанно. И очень он такой согревающий и одновременно невероятно легкий. Видимо, за счет того, что розовый перец, он воспринимается гораздо легче, чем черный. У меня был гель для душа, Black Pepper, там что-то там еще. И вот он был не такой. Вот этот, как будто бы, видимо, за счет корицы с примесью такого рождественского настроения, очень радостного, очень такого детского даже отчасти. Именно поэтому я сейчас этот гель безумно люблю. И купила себе, кстати, еще крем для рук с этим же ароматом. Просто не взяла сейчас его с собой в кадр. И чем холоднее на улице, тем больше масел. Вернулась к своему любимому маслу от Clarins, которое направлено на борьбу с целлюлитом, плюс на уменьшение объемов, выведение лишней жидкости и так далее. Я себя чувствую той женщиной, которая вернулась к бывшему и пытается понять, а почему мы вообще расстались. Потому что я, когда его начала вновь использовать, я подумала, вот первое, о чем я подумала, а почему я решила, что мне нужно попробовать что-то еще, что меня не устраивало. Потому что за пару дней мне это масло настолько в красивый какой-то вот невероятный внешний вид привело все мои прекрасные части тела. Я просто смотрела на свою кожу и думаю, вот тебе вот этого не хватало? Оно и напитало, и как-то скрыло рельеф, плюс растирание шикарно помогает. В общем, действительно классная вещь, еще и шикарный аромат. У меня, по-моему, уже 6-я банка или 7-я, с учетом того, что у меня был перерыв, конечно же. Но что-то мне подсказывает, что это такое возвращение, которое вот уже навсегда, вот уже насовсем, уже никуда от него не денусь. И второе мое любимое масло, это масло от бренда Le Sultan de Saba. У меня случился такой момент,
относительно недавно я поняла, что предыдущая банка у меня испортилась. И было жутко обидно, потому что это дорогая вещь, но я поняла, что его надо использовать активнее. Потому что иначе за то время, вот летом, когда стоит эта банка, аромат становится очень прогорклым. А все-таки мы используем это масло еще и из-за аромата. Я взяла новое и очень активно сейчас им пользуюсь. На какие-то части тела я наношу как раз-таки Клоранс для коррекции фигуры, а на какие-то уже для питания наношу Ле Султан де Саба. Хочу попробовать парфюм от Ле Султан де Саба. Если пробовали, расскажите мне, пожалуйста, мне будет интересно. Переходим к уходу за лицом. Фантастическая моя новинка. Честно говоря, я в шоке. Стоит, по-моему, даже меньше 500 рублей. Бренд Art & Fact. Это очищающая маска, которая очищает поры, как будто бы я пользуюсь маской от Glam Glow. В этом плане вы, кстати, можете мне доверять, потому что от многих блогеров, которые сравнивают Glam Glow и чистую линию, называя это просто одним и тем же, мне кажется, что они просто не пробовали Glam Glow. У меня Glam Glow была много лет подряд, и я не признавала ни одну другую очищающую маску в принципе. Так вот это действительно дает тот же самый эффект. Поры чистые, при этом в ней нет вот этих вот отшелушивающих гранул, но она фантастически справляется со своей задачей. Чистая кожа, сияющая, равномерный цвет лица. Два раза в неделю я ее использую. И моя подруга, кстати, тоже ею пользуется. Она говорит, это просто какая-то фантастика. Я когда купила, я еще не знала, что у нее есть такая же. Потом мы как-то очень-очень так побеседовали насчет этих масок. И я поняла, что я хочу теперь еще попробовать что-то из масок от этого бренда. Вернулась к своим любимым падам от бренда Elsenic. Это пады с кислотами, они предназначены для проблемной кожи. У меня воспаления, к сожалению, появляются, никуда от них не могу деться, поэтому мне приходится иногда с ними бороться. И несколько раз в неделю делать такой пилинг, это очень просто. Здесь такие как вот ватные диски пропитанные. И сначала ты, по-моему, гладкой стороной, нет, сначала рифленой стороной проходишься, а потом гладкой. И у тебя потрясающе красивый цвет лица, ровная кожа, еще и некоторые мелкие воспаления прекрасно уходят с использованием этих падов. Фантастические. Мое самое любимое средство для умывания сейчас — это средство от бренда Mary & May. Оно с чайным деревом, и я в целом очень сильно полюбила их линейку с чайным деревом. У меня есть тоник, у меня есть сыворотка, но умывалка стала прям моим открытием. Она настолько деликатная, но при этом она так хорошо борется с лишним блеском лица, плюс с воспалениями тоже прекрасно работает. Невероятная. Просто ее обожаю. Вот несколько недель я уже ею пользуюсь. Я купила на всякий случай себе вторую, мало ли что. И прям вот не нарадуюсь. При том, что это достаточно бюджетное средство. Я долгое время пользовалась только La Roche-Posay и Uriage. А сейчас перешла на что-то другое, решила попробовать. И очень классный был вариант у меня от Dr. Jart, тоже с чайным деревом. Но там штучка достаточно дорогая за небольшой объем. Тоники. Как же я люблю тоники. Во-первых, конечно, с чайным деревом от Mary & May. Тут практически уже пустая баночка. Во-вторых, тоник от бренда Dr. Curacle с пробиотиками. Это средство, которое просто идеально балансирует мою кожу. Если вот это борется с воспалениями, то это именно баланс. Когда у тебя просто идеально ровная, красивая кожа с ощущением, что ты ее прям и напитала, и всего и достаточно, и питаешься ты правильно. В общем, делает, честно говоря, невозможное. По-моему, тоже у меня уже или пятая, или шестая банка этого тоника. Вот это уже вторая улетела. Я действительно тоники как будто пью. Мое недавнее открытие – сыворотка от бренда Essence. Она рассчитана на выравнивание тона и сияние кожи. Я когда первый вечер использовала ее, я была жутко уставшая, я просто сняла макияж мицелляркой, нанесла тоник и решила попробовать эту сыворотку, потому что мне хотелось хоть чем-то себе помочь.
Я на утро проснулась, меня, во-первых, не обсыпало от такого недоухода, во-вторых, я проснулась с ровной красивой кожей, и в-третьих, у меня было ощущение, что я сделала ну просто полноценный уход. Восхитительная сыворотка. И вторая моя просто несменная любимица, уже четвертая или пятая, от Mary & May с ниацинамидом. Вот две моих самых любимых сыворотки сейчас. Сыворотки я очень люблю, я прям сывороточный маньяк. Но именно эти меня покорили, как ни одни другие. Это просто что-то с чем-то. Я чувствую, что я буду вот эту вот покупать и покупать. И вот эту я покупаю уже который раз. И с чайным деревом мне тоже очень нравится. Но вот именно с ниацинамидом она просто выше всяких похвал. Я по утрам делаю по ней еще и массаж камнем гуаша. Самые любимые тканевые маски. Во-первых, это восстанавливающая, глубоко увлажняющая маска от Darling. А во-вторых, мои самые любимые противоотечные от Maskaholic. Я бесконечно их люблю. Я им готова оды, серенады петь. Я брала их с собой в поездку, когда у тебя какой-то разгуляй, они прекрасно помогают. Когда тебе просто нужно выглядеть нормально, у тебя определенный период женский, и ты не можешь найти лицо на лице. Вот тогда эта маска спасет. Это действительно лучшее, что было только придумано. У них еще классная есть розовая, противовоспалительная. Она тоже хорошо работает с отеком. И что мне нравится, она цепляется за уши, охватывает собой подбородок, то есть полностью вообще происходит работа со всем овалом лица. Шикарно подтягивает, шикарно снимает отек. Просто вау! Особенно если хранить в холодильнике, цены ей не будет. Вот эта глубоко увлажняющая и восстанавливающая, она скорее просто для того, чтобы напитать. То есть для того, чтобы привести свою кожу в порядок, если ей, например, не хватало какое-то время увлажнения полноценного. А вот Maskaholic, это уже для меня такая тяжелая артиллерия. И самый любимый сейчас крем для зоны вокруг глаз от бренда Clarins. Он фантастически снимает отек. Он дает фантастический лифтинг-эффект. Он шикарно разглаживает. Он снимает ощущение усталости. Я сейчас в последнее время сплю очень мало. Мне сложно дается ноябрь. И как будто бы, нанося его, кожа становится более бодренькая такая, подтянутая. Разглаживаются мимические морщинки маленькие. Морщинки сна уходят. И сами глаза ощущают себя менее уставшими. Фантастическая штучка, еще и очень удобный аппликатор для нанесения. Я вообще такое люблю, когда нанес, и быстренько можешь распределить, чем там что-то руками лишний раз не хочется. Вот прям спасение мое. Куплю еще. И мы переходим к декоративной косметике. И, конечно, самый главный мой фаворит – это палетка, которую я использую для лица, для глаз, для всего на свете. Это палетка от бренда Hourglass, которую мне заказала моя фантастическая Наташечка. Люблю ее бесконечно. И это, насколько я помню, не самый светлый оттенок среди этих лимитированных палеток. Это средний оттенок. Вот этот цвет я наношу в складку века. Я не пользуюсь сейчас тенями. Вот этот на подвижное веко. Румяшки я смешиваю между собой, наношу в качестве контуринга, бронзера, просто как румяшки. В общем, вот эта палетка, это все, что присутствует в цветной части макияжа моего лица, кроме кремового контуринга. Собственно говоря, мой макияж — это подложка под тени, вот эта вот прекрасная субстанция за место теней, немного туши, карандашом маленькая стрелка, тон, кремовый контуринг и, опять же, вот эта вот прекрасная палетка и блеск для губ. Все, на этом мой макияж завершается. Я обожаю это средство. Оно еще и без талька, оно не вредит коже. Просто вот бренд Hourglass делает всегда такие фантастические, потрясающие лимитированные палетки. И даже не лимитированные, их румяна, и бронзеры я тоже бесконечно люблю. У меня уже не первый продукт от этого бренда. И, конечно, такая красота. Контуринг, в который я просто влюблена. Это контуринг от Пименовой Skin Tint. Фантастическое средство. Лучшее, что я когда-либо пробовала. По оттенку напоминает Kevin Aucoin, их самый знаменитый. А по текстуре тонкий, легкий тональный крем. То есть это настолько такое средство, вот оно дает оттенок, но оно настолько легкое,
ты не можешь с ним напятнить. Оно идеально распределяется. Просто фантастически. Еще и достаточно хороший объем для такого вот средства с аппликатором. Я обожаю Пименова. Просто моя огромная любовь. Раньше я пользовалась кисточками от этого бренда. Еще когда была визажистом много-много-много лет назад. Что касается кисточек. Заказала новые, но покажу в фаворитах, потому что сама такими же уже пользуюсь. Это достаточно бюджетные кисточки от L-Art. И они даже упакованы, смотрите, как симпатичнее, когда не скажешь, что они бюджетные. И эту кисточку я заказала как раз-таки для нанесения продуктов от Hourglass. Она фантастическая, она очень мягкая, она так деликатно наносит и румяна, и бронзер. Вот просто какая-то удивительная, при том, что она действительно недорогая. Это, конечно, синтетический, не натуральный ворс. И еще одну заказала для глаз. Идеально для проработки складки века. А складку века я всегда выделяю. Такая вот она аккуратная, маленькая, очень хорошенькая. Просто я без ума от них. Я теперь хочу полностью обновить свои кисти, потому что мои от Заива, ну, они уже совсем старенькие. Ну, уже даже как-то вот неловко пользоваться. Что еще касается макияжа глаз, зимой, конечно, волей-неволей хочется быть ярче, хочется соответствовать всему блеску вокруг, когда мы говорим особенно про предновогодний период, и я рисую стрелки, но периодически добавляю к ним легкий такой акцентик в виде золотой или серебристой подводки с блестками. Я покупала их еще в прошлом году. Это средства от бренда Kiko. И я не использую их как самостоятельную часть макияжа. Я добавляю линию к черной стрелке. Но что касается при этом черных стрелок, я делаю их при помощи подводки от бренда Evelyn. Очень бюджетная. И получается, что я сначала провожу линию и делаю четкую черную стрелку классическую. И далее добавляю линию аккуратную, тоненькую, золотой или серебристой подводкой. Очень люблю такой макияж. Красиво освежает взгляд, когда это необходимо. И соответствует предновогоднему настроению. Самая обожаемая тушь на периоды, когда я ничего себе не наращиваю. У меня периодически то так. Сейчас, например, у меня период, когда я без нарощенных ресниц. И тогда я просто использую тушь от бренда L'Oréal So Couture Noir. Я люблю одинаково и такую зеленую, и такую фиолетовую. Но как будто бы фиолетовая больше дает объема. А мне всегда хочется делать ставку именно на объем, потому что с длиной ресниц у меня в целом все всегда окей. Кроме лореалевских тушей, после того, как от нас ушла Lash Sensational от Maybelline, я не использую ни одну другую. Поэтому, да, моя любимица навеки вечная. Я предательница. Я применяла свой гель от Anastasia Beverly Hills Brow Freeze, который был со мной много лет подряд, банка за банкой. Наверное, банок 15 я точно израсходовала на пуси, который так классно фиксирует брови. Тут тоненькая щеточка. Я хочу теперь попробовать упаковку с крышечкой в цвете фуксия. Он более стойкий, как будто бы, и еще больше фиксации дает. Прям классное средство. Я распробовала. Мне изначально он очень понравился, но потом как-то я отложила в долгий ящик, а сейчас достала и поняла, что это какая-то фантастика. Уже несколько недель. Знаете, почему так получилось? Я потеряла свою Анастасию дома и перешла на него. А потом поняла, что мне он даже больше нравится, потому что он проще в нанесении, чем вот тут вот дополнительную кисточку надо и все такое. И, в общем, сложновато. Вот этот легче. И осталось совсем-совсем немного средства для губ. Вы явно спросите, что сейчас на мне. Это блеск от бренда Rouge Bunny Rouge с восхитительным карамельным ароматом в оттенке 105. Очень его люблю, уже долгое время он со мной, и хочу купить еще какие-нибудь оттенки. Все собиралась, покупала на какой-то сумасшедшей скидке. Оказалось, что он потрясающе питательный, еще и очень красиво смотрится. Он такой и не лиловый, и не розовый, вот что-то между, очень приятный на зимний сезон, когда особенно губы страдают от ветра. Это просто идеально. Каждый год, начиная с октября месяца, то, что помогает мне сохранять мои губы здоровыми, красивыми, ровными, это Lanolips. Лучшие средства, которые лечат. Они у меня по всем сумочкам, наверное, у меня одновременно существует штук 9, потому что в каждой сумке есть Lanolips, на тумбочке Lanolips, на кухне Lanolips, и они у меня везде. Губы становятся ярче, у меня по этому поводу есть целый набор моих красных помад любимых. Во-первых, это MAC. Их более стойкая версия, даже более стойкая, чем были помады Retro Max,
Red, я думаю, вы все помните. И она у меня в оттенке Ruby True. Потрясающая, насыщенная, яркая. С одного нанесения она ложится идеально и очень стойкая. Примерно на 6-8 часов вам точно ее хватит. Но у вас не получится так легко ее обновить. Придется все полностью стирать и потом уже обновлять. Потому что иначе это будет все кусками. Очень некрасиво. Помада в текстуре блеска для губ скорее, но при этом очень интенсивная. Это у меня Kilian. Роскошный оттенок. Просто обожаю ее. И иногда для интенсивности, для стойкости я наношу ее поверх какой-нибудь из своих стойких красных помад. Моя любимая Valentino Rosso. Я не думаю, что ее можно достать сейчас, но попробую найти ссылку. Единственное, она у меня подтаяла, и я очень аккуратно теперь ею пользуюсь при помощи кисточки в основном, потому что летом я ее с собой в сумочке носила, и вот, к сожалению, но у нее фантастически красивый футляр и фантастически красивый оттенок. И по стойкости ее хватает примерно на 3-4 часа. При том, что она не совсем намертво матовая, она все-таки более такая кремообразная. И две мои любимые нюдовые помады сейчас – это Dolce & Gabbana в таком шикарном футляре леопардовом и Kiko. Kiko в оттенке 131. Она похожа на оттенок такой чайной розы, немного более теплый, чем классический оттенок, который мы привыкли видеть, например, у Clarins в оттенке Tea Rose и у многих других брендов. Многие делают такие лиловые нюды, но вот этот самый тепленький из всего, что я пока находила Dolce & Gabbana, у меня в оттенке Sweet Honey 130. Когда-то мне подарила ее подруга, и я до сих пор с удовольствием ее пользуюсь. Это такой бежевый нюд, тоже с теплинкой. И мои самые любимые карандаши Pillow Talk Charlotte Tilbury нюдовые и Vivien Saboya Make Up Forever – это бордовые карандаши. Иногда я их использую со своими красными помадами для того, чтобы создавать эффект растяжки цвета. Но в целом они сами по себе хороши. Иногда я соло наношу их просто на губы. Нюдовый карандаш Charlotte Tilbury – это что-то просто совершенно незаменимое для меня. Да, есть аналоги, но эту текстуру и этот оттенок мне уже, наверное, ничто не заменит. Они фантастические. Мои дорогие, у меня было все на сегодня. Я очень хочу, чтобы вы поделились, что вас вдохновляет на новый зимний сезон. Я целую вас, обнимаю. До встречи в новых роликах. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. С вами была ваша я. И пока-пока.